Впервые в лаборатории «Свияжскартель» эскиз спектакля будут готовить российские кинорежиссеры. Бекмамбетов, Стешова, Волошин. Несмотря на звездный состав, на все кратчайшие сроки. И как может театр помочь кинорежиссеру, мы сейчас тоже узнаем. Именно в этой темной комнате рождаются светлые мысли. Сочетать несочетаемое и понять, как это может обогатить два разных жанра – кино и театр. Через неделю старт лаборатории «Свияжскартель». Впервые она пройдет по другим правилам. В этом году особенность в том, что спектакли будут делать кинорежиссеры. Для нас это очень любопытно, очень интересен угол зрения именно кинорежиссера на театр. Кто-то предупреждает, придется понять двух разных женщин. Театр – это такая вальяжная женщина. Кино – это вихрь, действительно, и там препродакшн начинается сразу очень бешеный. А кто-то уже видит провал. Человек из мира кино, достаточно успешный, сделавший там карьеру, вдруг приходит в театр, что-то ставит. Почти всегда так получается, что это неудача. Три маститых кинорежиссера попробуют себя в театральном жанре. У них уже есть драматургия, актеры и локации. Что может дать театр кино? Именно в этих постановках зрители и будут искать ответы. Как и театру нужно кино, так и кино нужно театру. Как минимум в кадрах, в актерах, в людях. Сможет ли вытеснить кино театр и останется ли театр на плаву в ближайшее время? Премьеры спектаклей от режиссеров кино пройдут в Свияжске. Показы открыты всем и абсолютно бесплатны. Алия Хайрутдинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.